Всем-всем-всем привет, дорогие подписчики! Сегодня наше видео будет посвящено походу. Мы тут, когда ходили в театр, там у нас была выставка картин. Мы ходили на спектакль «Донская легенда». И вот в фойе, там, где у нас висели все вот эти актеры, кто снимается, ой, кто в этом театре работает, там также еще проводили выставку. Выставку художников о Липецкой земле. И я бы хотела вам показать, потому что я не стала это добавлять в видео с театром, чтобы как бы не путать все в одну кучу. И поэтому я хотела показать вам отдельно, как мы ходили и какие там картины. Вот, посмотрите, это выставка художника России в Липецкой земле. А, художники России в Липецкой земле. Да. А, Липецкая земля. Ой, читать разучился. Так, что это у нас? Мгновение. Это вот так. О природе. Все про природу. А здесь нет. Здесь у нас вот колокол. Картина «Колокольный звон» Мелехов. Мелехов. Ну, какая интересная техника. Это масло. Масляные маски такие. Очень сложно. Да, вот эту картину только издалека смотреть. Вблизи это не то. Это Лебедянь. Художник Кананыхин. Вот такие пейзажи я люблю, когда именно пасмурная погода. Вот я очень люблю эти пейзажи. Уездный город Котов. Это какие-то уже пошли у нас яблочный спас. Как они называются-то? Это у нас натюрморт. Вот опять улицы, города, пейзажи. Скалы. Аргульские, что ли? Это реки. Пейзажи. Донские пейзажи. Да, это что, какая-то закрытая, что ли, выставка? Это выставка открытая. Так, первый звонок. Это на пути в храм. Кстати, очень интересно, женщина. Это какая-то более простая. И вот еще последняя. Оказывается, это еще продолжение. Вот еще тут такое продолжение. Это, я так понимаю, Елец, да, Елецкий Арбат. Его ни с чем не спутаешь. Вот маски какие, посмотрите, какие ярко выраженные маски. Вот просто картина вся полностью сделана. Я просто вижу, что вот кто как вот, какая техника рисования у кого-то, вот они прям такие ярко выражены, у кого-то чуть менее выражены. Вот у кого-то они в одну сторону идут, кто-то делает в разные стороны. Все по-разному рисуют, очень по-разному. Итак, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Идея молодой хозяюшки будет дальше вас радовать интересными познавательными видео. Всем пока-пока!